Клиника матери и ребенка в Ленском районе приняла своих первых пациентов. Этого события ленчане ждали долгие годы. Теперь получить квалифицированную медпомощь стало намного быстрее и удобнее. С первого дня работы клиники пациенты и наши коллеги оценили все ее преимущества. Для многодетной мамы Натальи Шепелевой, как и для остальных родителей, сегодня настоящий праздник. Теперь посещение детской поликлиники не будет отнимать много времени, а получение медицинских услуг станет более качественным. Было очень хорошо, и вообще как бы мы очень благодарны за эту клинику, потому что действительно в той же никаких условий не было находиться с детьми и... Раньше детская поликлиника и женская консультация располагались в приспособленных помещениях. Пациенты простаивали в тесноте и в духоте в длинных очередях часами. Спустя 4 года эти проблемы остались в прошлом. Новая детская поликлиника встречает своих пациентов огромным холлом, гардеробом и специально отведенным местом для колясок. Для удобства посетителей установлены мягкие кресла, а также работает бесплатная зона Wi-Fi. Здесь же в холле можно ознакомиться с расписанием работы участков и кабинетов узких специалистов. У нас теперь появился врач-аллерголог-иммунолог, который будет принимать в течение 5 дней. У нас будет работать лор-врач, пока только один раз в неделю, но потом график приема мы пересмотрим. Также у нас будет вести прием фтизиатр. По новому графику будет работать у нас фтизиатр, лор-врач, хирург, травматолог. Мы хотим вести прием дерматолога и психиатра. Сегодня в детской поликлинике во избежание контакта отдельно осуществляется прием заболевших и здоровых детей. Также отдельно ведется прием грудничков. В скором времени будет установлено новое оборудование – аппарат УЗИ, электроэнцефалограф, электрокардиограф, также хирургическое оборудование. Что касается женской консультации, то ее первый этаж занял кабинет медицинских осмотров и мобильный центр здоровья. На втором этаже ведут прием участковые врачи-гинекологи и психолог. Первые пациенты уже оценили преимущества новой клиники. Я просто сегодня пришла на обследование. Мне понравилось. Врачи очень дружелюбные. Все проверили, все посмотрели. Можно уже идти домой. В скором времени в холлах клиники также для удобства пациентов появится мягкая зона и плазменные телевизоры. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Сахар, Ленск.